Доброе утро. Мы уже проснулись. Тео, пойдем посмотрим, как на улице хорошо. Еще раз. У нас сегодня так хорошо, так тепло. Солнышко наконец-то светит. И нету дождя, ветра. Так что почти весна. Все, одеваемся, сейчас идем все вместе гулять. Да, чем прилечь, я какить. Алиса. Нет, там нету ветра, сыночек, нет уже. Мы купили Кате лампу. И она оказалась, похоже, бракованной. У нее не работает подсветка. Так что надо искать квитанцию и ехать менять. Вот такого у нас цвета. Так что поменяем к выходным. Потом покажем, какая красота. Нет, все. Убежал Симба, да? Тео, ну конечно, он убежал. Тебя испугался? Убежал туда. Все, погоня. Ладно, смотри, на тебя тоже смотрит. Сон, пойдем кушать. Сама будешь кушать? Да. Угу. Хорошо. Сейчас, Алиса, я только сделаю сухариков чуть-чуть вам. Да? Да. Жарко у нас сегодня, думаю. Вот включила камеру и что думаю, ну как все-таки сложно поначалу разговаривать с камерой. Это вообще не так просто, как, наверное, многие себе представляют. Я, конечно, не представляла, что это просто. Ну, вроде бы так постоянно ты разговариваешь. Постоянно есть темы на любую, ой, ну, то есть на любую тему есть какие-то мысли. Только включается камера, и на самом деле это непросто. Не знаешь, что говорить. Ну ничего, мы как бы только начинающие. Мы будем учить. Ребята, смотрите, я хотела показать. Вот, как себе поднимаем настроение, не знаю, видно или нет. У нас когда была очень плохая погода, и вот этот ураган, мы не могли выходить на улицу, то мы себя поднимали вот так на состояние с детьми. Рисовали пальму, море, солнышко, так что можно лежать на диване и любоваться такой прекрасной картиной. Да, ты согласен со мной, котичек? Тео все ищет Симбу, а Симба убегает от него. Вот, смотри, Тео, ты возьми мышку. Возьми вот так мышку и попробуй мышкой. Вот так поводи, и Симба к тебе прибежит. Или нужно по тарелочке постучать. Пойдем? Что ты там показываешь? Да. Я буду сейчас чистить аквариум. Я его мыла неделю назад, но буду сейчас немножечко убирать улиток. Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, что с ними делать. И я выкидываю, наверное, через день штук по 40. Это просто невозможно. Очень быстро они размножаются. Сейчас буду подстригать растения. И вот такую мы классную штучку купили, чтобы не рукой туда, в аквариум. С ножницами. Вот так. Так что попробуем. И вот у нас здесь в контейнере живут два маленьких бибика. Вот они. Конечно, там постоянно крутятся скалярии, и они постоянно хотят их, я думаю, съесть. Но они уже не такие маленькие. Вот мы еще думаем, наверное, еще, может быть, недельку они у нас поживут вот в этом боксе для маленьких деток. И потом будут вместе с рыбками. Вот такие два малыша. Вон, скалярия. Ну, вот это скалярия, это хищники. Однозначно хищники. Хотя нам сказали, берите мирные рыбки. Но они не мирные.
Они мальков сразу съедают. Смотрите, битва. Или же любовь. Ого. Ого. Сразу тут как тут. Нет. Страсти у них не заканчиваются. Интересно, да? Что такого не видела еще. Так, мы начинаем мыть холодильник. Ты у меня уже убрал туда мой телефон. Так что мы его сейчас разгружаем и быстро-быстро моем. У нас есть только 20 минут. И нужно уже ехать за котенькой. Погнали. Я не буду вот эти полки решила вытаскивать. Так, хотя бы освежим. Не получится все прям так идеально мыть, потому что нет времени вообще. Освежим сейчас просто. Хотя он у нас, я бы не сказала, что очень грязный. Мама, я же огурчик. Огурчик хочешь? Да. Ты можешь откусить. Смотрите, я быстренько все прибрала, так что все аккуратненько поскладывала, притерла. Так что, я думаю, отлично. Что ты сказала? Привет! Привет, что ты такого маме сейчас сказала? Я все уберу и пропылесошу. Надеюсь, да. И наверху пропылесосишь, хорошо? Да. И... Вот, у меня даже музыка уже играет. Катюнь, дай мне, пожалуйста, бутылку. Сейчас, держите. И математику сделаешь? Я уже сделала. Значит, еще повторить, потому что мне что-то твои системы координат не очень понравились. Хорошо, но я уже и повторю. И вечером сделаем английский, да? А? Вечером сделаем английский, да? Да. Не-не, стоп, тебе, стоп, камера. Ой, ног танк сервер. Ой, это же. Мы поехали. Катя машет вокруг. Смотрите, я сейчас вам покажу машины. Мы стоим тут, ждем кое-что. И, да, и вот эти все машины, и я думала, что их или продают. А на самом деле это все машины, которые идут на, как бы, на мусорку. Я вообще в шоке. О, тебе остатки еще. Смотрите, они вообще, они же не разбитые, не убитые, но не до такой степени, что все выкидывать. Вон там вот далеко, да, я вижу, что там вообще, конечно, есть сломанные. А, не видно, не видно. Вон. Ну вот эти, это все идет, там их очень много, это все на, идет на мусорку. Я в шоке. Я уже приехала, ребята, так что жду сейчас своей очереди. Мы пойдем проверять зубки. Без мамы. Да. Да, что вы делали? Шоколадки кушали? Да. А кто вам дал? Ну, папа. Ну, это папа вам дал? Понятно. Ну что, будем ехать? Куда мы едем? В магазин. Магазин? Да. Хорошо. Это значит... Тео. И купить. Можно? Тео, это без. Мама, это без. А, это... Покажи, что ты взяла себе. Мама, я взяла это. Рыбку взяла? Я взяла это желтый. Это не желтый, это розовый. Ой, и красный. Это. Молодцы. Это. Так, давайте я выберу сейчас моцареллу, хорошо? Я буду взять это козья. Козья. Всем пока. Всем пока. Так, взяли мы тирамису, тостовый хлеб. Это тортик. Никогда такой не пробовали. Он замороженный идет. И его нужно просто достать. И 30 минут вроде бы при комнатной температуре, и он уже готов.
Это маленькие пиццы взяли с шинкой и сыром. Потом мы взяли колбаску. Два яблочка тут. Это творог с клубникой. Булочки будем делать хот-доги. Это шоколадные поцелуйчики называются. Суфле. Ну, суфле. Так что у нас йогурт идет еще. Так, греческий обычный и с фруктами. И вот такие разники. Соня с Алисой понабирали по цвету. Йогурт с ревнем. Ну да, это, конечно, видимо, они ориентировались на картинки. И йогурт вот с малиной. Так, потом у нас идут консервированные ананасы взяли. Моцарелла. Картофельный салат. Это вообще написано паприка, но это вот как перец чили больше идет, а внутри сыра фета. Масло, сок, еще йогурт с абрикосом. Это детские напитки. Так, это булочки с корицей. Они уже вот в этой жестяной банке. Их нужно, ну, их нужно, конечно, как разрезать только, в принципе, все. Там свежее тесто. У них срок годности тоже такой небольшой. Ну, то есть свежее тесто в банке. Хотела посмотреть срок годности. О, до 1 марта. Это рыба для булочек. Потом бананы, лимоны. Это желейки такие. Желейки, а желе. Потом взяли такие макарончики маленькие. Вот такие, кстати, не видела. Первый раз попробуем. И маленькие ракушки. Печенье. Ну, классический кола Фанта и ополаскиватель. Так что буду сейчас быстренько это все разбирать и кормить детей.